Широчайший ассортимент сборных масштабных моделей и всевозможных дополнений для создания конверсии диорам от знаменитых мировых производителей, а также модельная химия и инструменты для моделистов. Все это вы можете приобрести по разумным ценам в магазине «Русский масштаб». Штат магазина увеличен, что повлияет на скорость формирования заказов. Команда «Русского масштаба» желает вам приятных и нужных покупок. Ссылка на магазин в описании к видео. Здорово, комрады! Сегодня на моем канале обзор посылки из магазина «Русский масштаб». Многие подписчики знают, что я сотрудничаю с этим магазином по рекламе. Некоторые догадываются, но настал тот момент, когда я заказал в нем товар. И посылка доставлена, и она сейчас перед вами, мы посмотрим. Я заказал отправление первого класса, чтобы она пришла побыстрее. Где-то в течение 5 дней, по-моему, где-то так. 5-6 дней. Сейчас не буду врать, бывает, что могу и забыть. Но быстро очень пришла, в течение недели. Она из Москвы на Сахалин. Но сейчас мы ее с вами обозрим, посмотрим, что там есть внутри. Так что не переключайтесь. Поехали. Я немножко уже подрезал края скотча вот этого, который наклеивают на почте России. Ну, чтобы не мучить вас ожиданием длительным. Так, мы вскрываем посылку. Коробочку убираем в сторону. И что мы видим? Мы видим литературу моделизма. Каталог 2012 года от Академии. И история автомобиля, это журнал, выпуск 7, грузовики Вермахта. Такой вот журнал. Кстати, хочу сразу же добавить, что «Русский масштаб» всегда вкладывает в посылку литературу, какую-то полезную по моделизму. Мне вот достался, так как вы уже видите, ну, не каталог, журнал по грузовичкам. Тут вот такие иллюстрации черно-белые, хроника на русском языке, все объясняется, то есть для моделистов очень полезная инфа, вот для того, что есть чертежи техники, в общем, тоже полезные журналы, полезная литература для моделистов. Я заказал такой вот грузовичок Студер, Студебекер. Это будет у меня первая работа с грузовиком, так что возможно в скором времени на канале будет постройка вот этого грузовика. Ну, это еще не все. Кстати, это Студер получается от компании Моделист. Перепак ICM, если я не ошибаюсь. Вот так вот. Сейчас откроем коробку. Далее, что мы тут видим в коробочке. Вот такие вот. Так как это грузовичок, неплохо будет наполнить кузов чем-то. И вот я заказал смоляную поклажу. Тут чего только нет. Возможно, потом сделаю обзор. Там ставьте плюсы, кого будет интересовать обзор Студера и смолы вот этой. Тут всего много, в принципе. Еще толком не смотрел, честно говоря, сам. Это тоже такие неплохие допы заказал. От Кондора тоже смоляные колеса с цепями. Думаю, будет неплохо смотреться. Взамен пластиковых добавлю их. Так что такие вот неплохие допы. Кстати, там очень много, помимо колес и всей этой поклажи, очень много допов от Кондора. И для диорамы милое дело. Так что
Если кого что заинтересует, не стесняйтесь, заказывайте, в принципе. Повторюсь, что как в рекламе магазина, это не ложь, что штат магазина действительно увеличен, и гораздо быстрее сейчас все формируются заказы и отправляются. Поэтому, как бы, если что, можете обращаться. Заказал также еще это от Мига. Такая вот грязь, heavy mat. Будем загрязнять грузовик. Кстати, толком не смотрел вообще Studebaker. Я вообще сначала думал, что это немец, но что-то почитал, посмотрел. Казалось, что это американец вообще. Так, увидел, сразу на вскидку грузовик захотелось. Так вот. Это у нас пигмент. Russian Earth. Русская земля. Тоже от Мига, пригодится при везеринге грузовика. Ну и все. Там обзор, наверное, потом. Ставьте плюсики. Кого заинтересует обзор смолы и студера самого, там поподробнее ставьте плюсы. Сделаю более подробный обзор коробки ледников. Посмотрим, что там есть. Это у меня будет первый опыт с грузовиком, повторюсь, поэтому будет, наверное, интересная стройка. Так что буду с вами прощаться. Такое вот у меня счастье на канале привалило. Ссылка на магазин будет в описании к видео. Так что проходите, интересуйтесь. Большой выбор дополнительной продукции для конверсии диорам. Я сам залез, честно говоря, очень долго там выбирал. Кучу всего выбор, конечно. Ну, цены, в принципе, приемлемые. Я имею в виду на допы. Насчет моделей, конечно, есть подешевле, но что-то подешевле, что-то подороже, как во всех магазинах, в принципе. Ну, будем прощаться. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Даю вам такой шанс. Ставьте лайки, комментируйте видео, делитесь с друзьями. До скорого. Скоро продолжим стройку зеленых призраков. Пока.